Ну, спасибо за поздравления. Да, действительно, последний матч в сезоне. Выиграли 5-1, значит, сыграли хорошо. Огорчило то, что пропустили. Ну, скажу так, второе место, оно тоже как престижно, но для нашего клуба и для ребят мы всегда ставим самые высокие цели. К сожалению, нам не хватило чуть-чуть. Вот, но я скажу так, что мы сами в этом виноваты. Мы проиграли дома тем командам, которым мы не должны были проигрывать. Соответственно, вот этих 3 очков не хватило нам, чтобы обойти «Динамо». Ну, а так, в целом, я поблагодарил ребят за весь сезон. Он действительно был сложный. Сложные переезды, перелеты, ранние игры. Вот, они с этим всем справлялись. Играли в атакующий футбол. Вот. Но сказал им еще одну вещь, что, ребят, сезон закончился, а следующий будет еще сложнее, и вам нужно прибавлять во всем, начиная от быта и кончая футбольным полем.